Когда у человека сильное желание в чем-то, это очень опасно, это неправильно. Нужно это желание успокоить. Нужно стать самодостаточным человеком. Не надо зависеть от мужчины. Самодостаточной стать. И тогда у вас все будет хорошо в отношениях. А иначе вы теряете отношения, потому что вы теряете себя. Вот кому нужен человек, который себя не ценит, как бы, ну, мужчине нужна недостижимая, недоступная принцесса, понимаете, а не девушка, которая потеряла себя. Понимаете?